Дом Бернарда Альба. Действие второе, акт четвертый. Входит Аделла. Она слегка растрепана. Я не дам тебе отбить его. Он женится на Ангустиас. Ты лучше меня знаешь, что он не любит ее. Знаю. Знаешь, потому что сама видишь, что он любит меня. Да. Он любит меня, любит. Лучше зарежь, только не повторяй мне это. Потому ты и добиваешься, чтобы я не встречалась с ним. Тебе не важно, если он обнимает нелюбимую. Мне тоже. Пусть он хоть 100 лет живет с Ангустиас, но чтобы он обнимал меня, это тебе нож в сердце, потому что ты тоже любишь его, любишь. Да, скажу тебе без утайки, да, у меня от горечи разрывается грудь, как презревший гранат, но я люблю его. Мартирио, Мартирио, я не виновата. Не обнимай меня, не отводи глаза, ты мне уже не родная кровь. Даже если бы я и хотела смотреть на тебя, как на сестру, я не могу видеть в тебе только женщину. Тут уже ничем не поможешь. Одной из нас придется смириться. Пепе римлянин мой. Он водит меня в камыши. Не будет этого. После того, как я отведала вкус его губ, мне уже невыносим этот ужасный дом. Я буду кем захочет Пепе. Пусть на меня ополчится все селение. Пусть на меня показывают пальцами, чтобы я сгорала от стыда. Пусть меня преследуют те, кто называют себя приличными людьми. Я надену терновый венец женщины, которую любит женатый мужчина.